Спасительное от коронавируса лекарство дошло до Нижегородской области. Первая партия Авифавира дошла до региона и в ближайшее время будет доставлена в больницы. Всего планируется поставить 2500 курсов. Напомню, этот препарат в начале июня получил одобрение Минздрава России и был включен в государственный реестр лекарственных средств. Препарат будет предоставлен бесплатно по программе ОМС. Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации помимо Нижегородской области, Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской областей, Республики Татарстана и Екатеринбурга. В течение месяца в российские больницы планируется поставить 60 тысяч курсов Авифавира. При необходимости объем производства может быть увеличен до 2 миллионов курсов в год. Главный кардиолог управления делами президента России Никита Ломакин отметил, что эффективность этого препарата очень высока. Он провоцирует быструю гибель коронавируса в организме и быстрое снижение температуры по сравнению с группой стандартного лечения.